когда-то всю ветку проезжал вот от юго-западная, тогда когда еще была посконечная, это низ, внизу слева. Юго-западная. Че так медленно едет? Ой-ой-ой-ой-ой! Че? Блять. И что делать? Блять, сейчас на шкуре не разъеб. Назад она говорит. Назад она говорит. Давай, 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 я еду, еду назад. Ну, блядь, вот этот вот пункт назначения. Давай, 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 давай. Быстрее! Вот дура! Ой, твою мать! Ебаный ты в рот, блядь, это пизда, блядь. Эх, блядь. Я еб... Нет, а правда, почему у тебя у меня WhatsApp нет? Дай-ка вот эту секундочку. Подожди, я же... Мне же поменять телефоны надо, думаю, что так... Блядь! Поцеловал, да, а так хуй его знает, кто это, что это. Ебались нахуй все, да, лопухи такие. Нихуя, блядь! Ебать, нихуя. Он что, выезжал? Да. Наплясалась, блин, в кроссовках, а кроссовки мне были немножко, ну не то, что совсем прям тесные, но... Бля, господи, я уже вижу этот поворачивает, а этот ездит. Бля, Жень, надо отъезжать. Все. Вот они и встретились. Прям прям... Ой, ебать. При крушении траулера Дальний Восток в Охотском море, об этом сообщает ТАСС. Власти Приморья ранее заявили, что окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших, их размер сейчас уточняется. Планируется одновременно в Приморье и на Сахалине объявить траулер погибшим в катастрофе после того, как семьи на берег.
Будет выпуск четвертьмесячной нормы осадков. В Москве из-за похолодания ожидается гололедица. ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах. Между тем, снегопад не помешал московским аэропортам работать в соответствии с расписанием. Отсюда никто не вытащит. Там, чтобы это реально вот, а ты выезжаешь из-за двора, тебе нужно высунуться. А, возле твоего дома, что ли? Да, да, вот да. Вот, который, да, вот, да, по этой, по этой. Мы тут... Бля! Ёб твою мать! Ментов.